простой танец латиноамериканский беренго. Самый простой прям. Самый-самый простой, проще не бывает. Пожалуйста, желающие вдруг. А я вам покажу основные шаги. Поверьте мне, это научится любой, даже тот, кто никогда в жизни не танцевал. Мне кажется, надо завлекать зарплатой, чтобы люди не ходили. Нет, зарплаты, к сожалению, сегодня нам выдавать не будут. Так, пока я вижу только детей. Пожалуйста, уважаемые взрослые. А я могу? Так, кто нам поднимал руку, что любит танцевать? Меренго, латиноамериканский танец. Справится с ним каждый, кто умеет стоять на ногах. Мужчины, если вы танцуете меренго, все. Ваши жены вас полюбят. Обещаю, вам очень понравится. Пожалуйста, уважаемые гости, приходите. А я вижу все больше и больше людей. Наталья появляется у вас. Да надо, всегда приходится немножко подождать, пока народ решится. Мы не спешим. Мы не все из Латинской Америки. Так, отлично. Вот нас уже вполне приличный круг. Я попрошу. Дискотека не в обиде. Немножечко вокруг. Так. Как Константин уже сказал, на улице снега нет. Кто из вас когда-нибудь ездил на лыжах? Вот теперь представьте, как себя чувствует человек, который вышел на лыжах, а снега нет. Так. Правую ногу знаем, левую ногу знаем. Теперь представьте, что у нас лыжи на ногах, а нам надо идти вперед по асфальту, в лыжах. Правой ногой один шаг, левой ногой другой шаг. Лыжи тяжелые, а мы все равно идем. Места мало, теперь пойдем назад. Точно так же на тех же самых лыжах. Отлично, основной шаг уже умеем. Так, отлично. Самое главное теперь, когда я подниму руку наверх, мы будем поворачиваться на тех же самых лыжах. Так, в одну сторону. Так, и в другую сторону. Не трудно. Правая, левая. А теперь самое трудное. Правую ногу мы знаем. Когда я скажу, мальчишки, мужчины, правый ногой шаг вперед. И три раза похлопать. Еще раз. Мальчишки! Супер! Когда я скажу девчонки, правой ногой шаг вперед и сделаем так. Так, еще раз. Девчонки! Так, еще раз. Мальчишки! Надо быстрее хлопать. И мальчишки! Супер! Девчонки! Yeah.